Я не уверен в состоянии здоровья, походу не очень. А кто этим погас? Это Пахом, что ли? Что за голос? Слышали? Я себе ручку отшил. Блин, надо потише сделать, машина очень шумит, а она в том же канале, что и этот. Что и микрофон. Спасибо, спасибо. Меня аж пропесочило, когда мы вот встретились с ним. Просто катайся вокруг города и музыку поставь какую-нибудь гангстер-рэп, пожалуйста. Хватит ставить это говно. Какой-нибудь черного парня, который читатив читает. Бывай, дружище. И просто вокруг города медленно едь, как можно медленнее, рывками, как дебил. Фига, у него там таз заниженный. Это левый должен бежать на машины, йоу. Да надо высадить на самом деле. Я не понимаю, почему мы белых в машину пустили. И вообще я на заднем сиденье, это как-то не по-пацански. Давай постараемся доехать. Илья, вы где-то в районе Софии, да? Все еще. Эминем — это не гангстер-рэп, Эминем — это говно попса вообще полное. Блин, а че у того чувака в красной майке было написано? Блин, мы без музла как-то. Давай назад, короче, к продуктовому магазину, от которого мы выехали. Араб какой-то. Да я не знаю, я, блин, не понимаю, зачем этот чувак. Это либо его друзья, я бы никогда, если бы у меня была черная Волга, я бы никогда этих мудаков сюда не пустил вообще, в принципе. Белых каких-то свиней. Я вообще считаю, что нам как можно быстрее нужно черное братство организовать с пушками и прочим дерьмом, чтобы их откидывать подальше от нас. Вообще не удивительно, что это. Он опять завел эту шарманку. Очень жаль, что у нас такое слабое, конечно, комьюнити в армии. На РП-серваках. Ну, сейчас приедет чувачок, если что, мы порешаем все привет. Даже не общается, ничего не делаю. Я надеюсь, что вы реально подвалите. Сейчас мы подъедем, у нас там ствол есть, мы уже сможем со стволом свои порядки устраивать. Мне надоело в этой машине, она клевая, но в ней дерьмовая музыка, и какой-то мудак сидит за рулем, который не может выгнать белых людей из нее. У тебя же ствол с собой есть, да? Какой? Откуда? Я у коллеги. А, ну все, мы сейчас со стволом подъедем. Отлично, ну все, черный брат. Какой-то Нига шмальнула, мне отключила вид от первого лица. Just do it. Ну мы уже скоро подъедем. Давай. Раз, два, три, четыре, восемь. Без
весной в лесу очень хорошо. Можно найти говно, можно поебаться в брусничных кустах, можно отдохнуть в диких местах. Можно яйца отрезать кабану, можно у енота в голове сделать... Мне нужно, чтобы кто-то из черных братьев, которые умеют общаться по радио, затарились едой и черной Волгой, которые нормально играть умеют, а не просто сидеть и ставить Симонова. Постарайтесь... Шестерка, это твоя шестерка? Да. Надо в нее как-то сесть, чтобы школьники в нее тоже не залезли. И отсортировать черных братьев по адекватности. Этот трек про ярость. Парни, давайте конвой организуем. Пойдем к твоей машине. Господи, как же ты ездишь. Стой, не открывай. Пацаны, кому места не хватает, садитесь в Волгу. Волгу садитесь. Я в Волгу сажусь, давай. Открывай, открывай. Да, едем, так, всего один белый, это успех на самом деле. Надо его высадить где-нибудь и нормально будет. Давай выйдем за пределы города и трахнем его в задницу. Типа того. У тебя есть оружие? Не, нет. Черный брат, а ты умеешь говорить, или ты молчаливый, который на заднем сидении? Грустный черный брат. Банька, парилка, водка горит, да? Волга за нами едет. Да когда этот ПВП режим-то закончится, я понять не могу. Что за говно? Я не со стороны не могу на мир даже посмотреть. Илья, а где вы конкретно? 10 минут, охуеть. А? Где вы конкретно находитесь? Ездим вокруг Софии. Вы в Софии уже? Да, почти приехали. Надо вернуться в Софию, едь обратно к продуктовому магазину. Сейчас хочу, чтобы... Поставьте, кто-нибудь может музыку поставить, нет? Заправка. Блин, тут там был нормальный негр, один еще. То есть нас уже 3 нормальных негра с нормальными микрофонами, но это очень трудно сесть в машину. Потому что школьники сразу начинают прибегать и мешать. Давай скорее. Я еду. Не-не-не, я своему товарищу. Надо капслок перед что-то залочить. Где музло? Ну нету музла. Сейчас вернемся к продуктовому, там видно будет, чем заняться. Да, смотрите на этого грустного парня, он даже говорить не умеет. Интересно, помимо Обамы чмо, тут есть какие-нибудь потешные костюмы? Прямо у продуктового, где мы были. Это оно? Я просто, блин, не вижу даже из машины, потому что... Вроде да. Давай, выпускай это, открывай тачку. Да, отлично, это оно. Йоу, Нига, подвинься. Да, блин. Я, короче, продуктовый мопс. Барт и Рейнольдс Джуниор, спасибо за подписку. Спасибо. 7 месяцев. Окей. Ребята, по-моему, даже не знают, что такое. Что такое быть черным. Стоять, сука, масленок, ебаный. Ты куда, сука, пошел, блядь? Че, убежать, блядь, блядь? Ты ебаный считаешь, мразь? Мы в Софии. Блять, масленок, ебаный, блять, убил нахуй, сука, аншабуз, блядь. Продуктовый магаз, сука, я так понимаю. Да, там много народа. Свято, блядь, а. Радуется, нахуй, блядь. Свою ебашной жизни, нахуй, еще.
Ну ведь какая красота, реально грибница с лесными... У вас телефон есть, мобилка? Все такие грибницы, такие, сука. Мы подъехали. Я вижу. Блин, нам нужна мобилка, чтобы мусор вызвать, единственного убрать чувака, который просто задолбал. Он постоянно стреляет в городе. Святой Вавилон, ребят, всем здрасте. Мопс, надо медленно подойти к машине, быстро ее открыть и свалить отсюда, понял? У меня к красной машине доступа нет. А какой есть? Вы на шестерке приехали или на чем? Я не знаю, мы просто катались вокруг города, я пытаюсь хотя бы ограничить себя. Водитель на красной машине увезти отсюда. Тут поехавший стоит и... Он в бреду. На этом как дают коробку, на типа бери, особенно такие крутые, да? Скажем, как бы такие нахуй, да? Нам нужен полицейский, чтобы он помог нам. Это единственный случай, когда мы обратимся в полицию. Он же один. Да, господи, че, он один не справится с 20 неграми? Мне кажется, мы его долго ждать будем, а нам лопаты уже колеса ломают. Ну, нам надо как-то сесть в машину. Знаю. Да, вот это правило с ПВП и третьим лицом, это вообще такой бред, я не знаю, кто его придумал, но... Я внутри, если что. Давай, газуй, чтобы никто не залез больше. Мобстера потом найдем. Давай. Ты где? Ты в красной машине уехал, да? Да, а ты? Окей, отлично. Ты там остался? Да. Вы можете меня подобрать где-нибудь сейчас, на соседней улице. Ща, погоди, надо подумать. Ща мобстер скажет, давай, скажи мне, где ты только. Давай сначала скажу... приди туда, а потом скажи, чтобы мы быстро тебя подобрали. К универмагу подходи, вот подъезжайте. Блять, у универмага народу, ты видишь сколько? Нет, это магазин. Едь к универмагу. Нет, к универмагу, давай быстро. Это магазин продуктов, а нам к универмагу. Да, я понял. Чуть в другом месте. Стойте. Да, проехал, назад вернись. Чуть-чуть постановить, сейчас я назад бегу. Он где-то там бежит. Есть. Все, теперь нам надо выехать куда-нибудь, вообще в любое рандомное место. Блин, как бы спрятаться от этих придурков, которые ставят... Сейчас разберусь. Звук. Тут водитель тоже, конечно, школьник какой-то, но... Так, где менты? Где менты работают? Где полицейский участок? В Ковале основной у них? На этом сервере? В Ковале, да. Давай, поехали опять в Ковалу, тогда остановишь у полицейского участка. Долго мы будем ехать? Ну, я понимаю, ну, что делать. Что с машиной делать, потому что я ее не могу заправить по какой-то причине. У тебя не хватит до Ковала доехать? Новую, может. Ну, вот я только что заправился, она не заправилась почему-то. А... Я могу сейчас заедем, купим новую. Ты можешь нас оставить закрытыми в машине, сбегать за какой-нибудь Волгой или Копейкой и вернуться на ней, и подобрать нас. А мы будем сидеть в машине и ждать, только машину вообще запри. Здесь как бы... Здесь недалеко есть салон. Автомобильный салон, да, там в конце... Мы вряд ли сможем пересесть просто рядом с салоном, потому что там опять это говно начнется, поэтому тебе нужно было отогнать куда-нибудь машину, я бы камеру в пол поставил, а ты бы туда приехал просто на новой тачке и все. Окей, я где-то здесь оставлю, хорошо? Не-не-не, проедь дальше куда-нибудь и намного дальше, ну, еще минуту где-нибудь поплутай и нормально будет. Я пока на Путина камеру поставлю. А кто с нами третий нига? Да, молчаливый нига. Mm-hmm. Молчаливый нига на заднем сиденье. Поставь хотя бы музыку. Какой от тебя толк? Давай, чувак, разберись там, колонку. Я не молчаливый, я вас на шахе катал. А, ну, а ты музыку умеешь ставить, не? Я могу разговаривать. Не умею. Ну тогда пой сам какую-нибудь нигерскую тему. Мобстер будет битбоксить. Я могу битбоксить, да.